Прес-центр продовжує свою роботу. Ця дівчина потрапила до книги рекордів України. Вона мужня, витривала, дуже тендітна і мила. Ольга Пометун, бізнес-леді, спортсменка, мотиваторка, авторка книги «Відкрий себе для життя». Отож, ми раді вітати вас у прес-центрі. Ольга Пометун. Тож, Оля, ви сьогодні принесли ось цей диплом, який нещодавно було зафіксовано. Це книга рекордів України. Отож, в якій номінації? Як це все сталося? Розкажіть, будь ласка. Добрий день. Мне очень приятно снова присутствовать в вашей студии. Спасибо за очередное приглашение. Мой диплом свидетельство о моей многолетней работе. Это книга рекордов Украины. Я попала в две номинации. Плавание против законов физики. И самая спортивная хрустальная женщина Украины. У меня две номинации. Так, ось ми про них будемо детальніше говорити. Отож, плавання проти законів фізики. Що це за номінація і чи ви одна там були? Да, в этой категории я одна. Дело в том, что я много лет готовилась к паралимпийскому спорту, хотела заниматься профессионально именно плаванием. И благодаря тому, что мне попались, ну, я не хочу сказать, что вот там какие-то некомпетентные, но в моем случае, благодаря им, моим тренерам, которые не понимали, что мое тело вообще не лежит на воде, меня все-таки учили плавать. Mm-hmm. И благодаря моему характеру, который не позволил мне сдаться, я поплыла. Да, и когда я сделала уже определенные навыки, я уже была уверена, что я должна выйти на соревнования, меня посмотрели для того, чтобы присвоить мне категорию, обязательно должна быть категория, в которой выступает человек с ограниченными возможностями. Вот тогда эти профессионалы уже сказали, что «а как ты плывешь, подожди, ты не лежишь на воде». Я говорю, ну вот так вот плыву, они говорят, ну да. Есть, конечно, такие моменты, да, человек плавает на животе. Я говорю, да нет, на животе я вообще не могу, у меня свои другие проблемы. Они мне говорят, да ну тогда мы тебя вообще на соревнования не выпустим. Я говорю, да как так, я 4,5 года готовилась, я уже уверенно плаваю дистанции по 400 метров. Они мне говорят, как ты это делаешь, этого не может быть. Ну и вот этого все началось, как бы все зарядилось. В итоге, к сожалению, соревнования тогда отменили за пандемии, и я поняла, что это для чего-то в моей жизни, потому что все, что в моей жизни происходит, у меня есть четкое убеждение для чего-то. И я подала документы в книгу рекордов Украины, поняв, что это действительно какая-то такая особенность, которой нет ни у кого. И да, это все подтвердилось. Ну, довго це все перевірялось, розглядалось, ну от в августі вже було все зафіксовано. Угу. Тобто це можна було зробити, якась комісія приїжджала, так? К сожалению, в условиях пандемії комісія не приїжджала, мене попросили записати відео, я повністю відправила всі свої параметри, я повністю зробила відео, як я пливу, і плюс я плила дистанцію 400 метрів без остановки, щоб показати, що дійсно как бы, я не просто там можу це зробити 5-10 метрів, а я це роблю ну, професіонально. Поэтому я знімала повністю такий навіть короткометражний фільм, можна сказати, і відправляла повністю весь матеріал. Угу. А що тепер зі змаганнями? Тепер треба потрапити і туди? Ну, к сожалению, нет, потому что дело в том, что я закончила свою спортивную карьеру на этом. Из-за того, что у меня была травма еще в феврале, к сожалению, я снова упала, и у меня был серьезный перелом таза. До этого как бы я плавала против закона физики, а после этой травмы как бы, ну, еще больше усугубилась. И я понимаю, что в принципе возможно восстановиться, потому что я через не такое проходила, да, я нарушила законы физики в любом случае. Но у меня сейчас немножко поменялись приоритеты в жизни. Я стала более, ну, как бы заниматься другими там деятельностями. Я поняла, что в воде я сделала все, что я хотела и могла. Там родилась моя книга. Плюс я получила этот рекорд, я получила это достижение. И на этом мне как бы хотелось уже закончить свои личные такие вот достижения, победы, потому что я абсолютно уверена, что чего бы я ни захотела, я могу даже нарушить законы физики. Но я в любом случае это сделаю. И сейчас у меня появилась такая внутренняя сила, такая внутренняя вот энергия, как сейчас говорят, которой мне очень хочется делиться с окружающими. Поэтому у меня сейчас благотворительный фонд, который я основала после своего падения, после того, как я встала снова. И я занимаюсь вот такой уже более общественной деятельностью. Так, Оль, а я знаю, что вы взагалі не вміли плавати вообще. И не думали, не то, что это можливо. У меня страшная фобия была. Не просто так, как бы тело же знает, что оно не может. Вот есть законы, да, определенные, которые тело чувствует. Может, мы этого не понимаем, но тело это знает. И вот представьте, когда тело это знает, оно попадает в воду,
Оно тебе всеми возможными способами говорит: Оля, нет. И, конечно, это уже была и физика, и психика. Вы тонули, чи що? Да. Що ви відчували? Я за 4,5 года я пошла там все. Я и тонула, я меняла тренеров, я падала, у меня были травмы в воде, у меня был вывих в воде, что в принципе невозможно. Но я это сделала. То есть у меня там было все. І ви отак от 4 роки боролись, да, щоб все ж отримати ось цю перемогу, перемогли. Да. А що ви відчуваєте? Чи є полегшення? Ну, есть мне, ну, ещё непонятное чувство принятия. Вот мне сейчас все спрашивают, как. Я говорю, я ещё не верю в это. Я не могу представить, что вот всё это пройдено и получен результат, и вот ещё есть. Не треба буде знову в басейн. Да, да, да. То есть, конечно, за 4,5 года вырабатывается определённое такое мышление, что вот вперёд, что-то нужно делать. Сейчас просто расслабиться, наслаждаться очень сложно. Когда мне вручали диплом, у меня было такое вот очень сильное нервное напряжение, я не могла даже поверить, и мне говорят, ты только не плачь, я говорю, я не буду плакать, но я просто не могла принять вот это, знаете. Я понимала, что это сделала, это уже вот в руках, это факт, ну как это? То есть момент принятия еще должен прийти. Все ж треба йти до зали тренуватися. Чи фізичні навантаження залишаються у вашому житті? Да, но сейчас совсем другого уровня, потому что сейчас для здоровья. Спорт, я могу вам сказать откровенно, это не для здоровья, это на выносливость. То есть ты должен выложить все, что есть в твоем организме на максимум, это не для здоровья. Сейчас был реабилитационный период, сейчас есть спорт и бассейн, и спортзал, но уже в щадящем режиме для здоровья. Але лікарі дозволяли ось так на витривалість працювати? Нет. Не дозволяли? Нет. І ви все одно на перекір усьому ви пішли? Да. Мали таку надію, мали таку мету, незважаючи ні на що, впевнено йти вперед, так? Да. Тренування кожного дня були? Да. Кожен день. Це просто неймовірна витривала дівчина. Інша категорія, інша номінація, в якій ви перемогли, чи там були претенденти на перемогу? Ні, в тому-то діло, що з моїм заболіванням, в принципі, ніхто не займається спортом, тому що, ну от хрустальне тіло, мабуть, говорить само за себе, да? Последняя моя травма була просто того, що я сидя упала со стула, ну там было буквально 50 сантиметров высоты, и как бы вот получилась травма, да? Или получить травму в воде, это тоже как бы крайне сложно, особенно как бы вывих, ну как так? Поэтому с моим телом, в принципе, как бы вот, ну не занимаются спортом. Может, какая-то легкая реабилитация есть, все живут, охраняют, оберегают себя, но это не обо мне. Оль, а вы вот так все одно живете повноценно, вы каждого дня... Полностью, за рулем езжу, в машине, бассейн, спортзал, дома, я абсолютно самостоятельная. И сюда вы до нас приехали також сама, да. То есть без поддержки, да. Без никого. Да. Вы полностью свое тело можете носить, все делать, да. И это вы так научились? Да. Что нужно для того, чтобы суметь это сделать? Ну, у меня есть полная уверенность, что я ответственна за свое тело, за свою жизнь сама. У меня, ну, меня так приучили, меня так воспитали, я не знаю. Но мне сказали, что ты обыкновенная, ты должна быть как все. Поэтому вот все, что в моей жизни, я за это ответственная сама. За свое окружение, за свой заработок, за свою жизнь. Я ответственная. Ни моя страна, ни моя семья, ни никто. Это ответственная я. Поэтому, конечно, я все это могу. А все ж успехи є в кожному ділі, яке ви берете. Это благодаря моему девизу. Який девіз? Все возможно, независимо, все возможно. Все зависит от того, сколько приложить усилий и от времени на прохождение данной задачи. Потому что бывает, ты сдаешься раньше, да, ты прикладываешь много усилий, но ты просто не доходишь до конца. Либо же ты прилаживаешь мало усилий, тогда тебе это просто время растягивается. Вот и все. Все возможно, все зависит от количества приложенных усилий и от времени на прохождение данной задачи. Так, наступна мета вже є сформована? Да. От, що б ви хотіли зробити? Да. Ви не хочете проголошувати поки? Почему? Що? Нет, я ее оглашаю и даже вот везде как бы с этим моментом выступаю. Я хочу масштабно заниматься мотивационной спикерской деятельностью в наших учебных заведениях, в разных еще заведениях. Меня приглашают на разные встречи, проводить мотивационные спикерские встречи, лекции. Поэтому дальше вот именно делиться своим опытом того, что все возможно и что нужно брать ответственность за свою жизнь в свои руки.
Так, а з приводу ось такої мотиваційної діяльності, ви мотиваторкою завжди були. До вас прислуховуються люди, вас хочуть слухати і вам вірять, от що найголовніше, так? Ну, тому що я доказую, я показую на своєму примірі, я не просто розказую, що так потрібно поступати, я показую своєю життю, що так можливо. Так, і ось найяскравіші моменти в вашому житті, які ви хочете розповісти і про які запитують люди, коли приходять до вас на зустрічі, вже зараз. Їх дуже багато. Найяскравіші якісь, ну такі, що най-най в вашому житті. Ну от буквально недавно, на прошлій неділі, я стала учасником проєкту «Вишука на пані». Найкраща пані України – це спільнота ділових жінок Дніпропетровської області. І от я туди попала, і це було дуже приємно для мене. Було дуже велике мероприятие, красиві жінки, красиві наряди, красива фотосесія. Це мене дуже сильно теж вдохновляє, і мені дуже подобається. Я дуже люблю путешествувати. Я буквально в сентябрі їздила знову по Україні. От нових дорог я отримую огромне удовольствие від траси, як водитель. У меня вот награждение было, да, буквально 2 недели назад. Это тоже было очень большое масштабное мероприятие, на котором присутствовали депутаты Верховной Рады, которые говорили мне очень вдохновляющие слова. Это тоже очень приятно и вдохновляет. У меня есть много друзей, которые устраивают там свои праздники, дни рождения. Я люблю компании, я люблю их общество, поэтому для меня это тоже очень вдохновляюще. Угу. А с приводу ось вашего образу, вы завжди вишукана, завжди підбираєте стиль, наряди. Як з цим? Це доводиться шити ж вам, мабуть, Нет. окремо? Нет, очень мало, да. Дело в том, что еще один девиз моей жизни звучит «не усложнять». Угу. Все гораздо проще, чем мы можем себе представить. Вот, допустим, я приехала сегодня сама на машине, я знаю, что у меня здесь очень много друзей, да, я позвонила, сказала, вы можете меня встретить, помочь там пройти ступеньки. Моя подружка сказала, да, конечно, все в порядке, какие-то могут быть форс-мажоры, и вот вся телестудия мне пришла на помощь, мы поднялись, и все возможно, да. То есть так же самое с вещами, сейчас очень большой выбор разных поставщиков, все границы открыты, то есть есть интернет, поэтому начинают обуви, заканчивая вещами, все можно купить. Может быть, да, есть какие-то моменты, где-то какой-то там с правой стороны что-то подшить, либо там что-то подрубить. Вы сами этим занимаетесь? Нет. У вас є майстри, яким можна довірити, да, так? Да. Оль, окрім тієї діяльності, ви ще любите подорожувати, любите інші міста, дивитись Україну. Так от, тут немає складнощів, тому що треба теж їхати, треба дивитись на дорогу, треба десь зупинятись, і якщо ви сама, ну, то звісно, це, мабуть, складно. Ну, звісно, є определенні моменти, інфраструктура наша не сильно розвита, і соціальний рівень не дуже високий, да? В этом проблема есть, но опять-таки сейчас мой фонд этим будет очень сильно заниматься. Ну и, как я говорю, я же не усложняю. Я всегда нахожу способы решения, у меня всегда есть друзья, родные, кто мне поможет. Поэтому все возможно. Так, ось коли ви приходите на зустрічі, ви спілкуєтесь з людьми із обмеженими можливостями, із різними, так, із людьми, які повноцінно можуть жити, в яких все добре зі здоров'ям. Да. Але ось та психологічна складова, вона у багатьох людей трохи похитнулася. Дуже різна. Діло в тому, що я скажу зараз таке вираження, яке я слышала зовсім недавно, і воно мені дуже понравилось. Не буває ограниченого тіла. Я это сама доказываю, да, что даже против законов можно все. Тем более век нынешних технологий, можно, у меня машина тоже специально оборудована под меня, можно заменить какие-то физические моменты какими-то инновационными технологиями. Бывают ограниченные убеждения. Я сейчас сталкиваюсь с очень большим количеством людей, которые абсолютно здоровы физически, но они и десятой части не проживают того, что проживаю я. И только из-за их убеждений. А що заважає найбільше? Страхи, нежелання щось робити, от іменно ограничене убеждення, мишлення. Не вийде, не можу, не поймуть, що взагалі робити, орієнтації немає, що взагалі робити.
Угу. Це, мабуть, так, найважливіша зараз проблема і серед молоді. Тому ви, мабуть, і хочете в учбові заклади. Совершенно верно, да. Я дело в том, что я веду уже второй поток группы «Целеустремленно развивающаяся молодежь». Совместно с народным депутатом мы ведем такую группу, где я разработала определенный метод, который очень большие показал хорошие результаты на первой группе, и вот сейчас мы набрали вторую. Угу. Где что это за метод? Где мы помогаем ребятам обрести уверенность в себе и примерно понять, кто. Я уверена в том, что каждая душа пришла с определенной миссией. Вот это я точно знаю. Независимо от тела и всего остального. И если тебе дано такое же тело, и ты родился в этой стране, значит, это тоже для чего-то. И вот я помогаю ребятам принять твердое убеждение, что миссия в их жизни точно есть. Вот в силу того, что мы практически год я с ними, мы разбираемся, мы смотрим, мы пытаемся прочувствовать этот момент. Я хочу, чтобы они почувствовали, кем они должны быть, потому что каждый человек это точно знает. И потом я показываю им, что это возможно реализовать. А люди ставлять собі можливості, так, ставлять собі ціль, велику мету, так, і не знають, як до неї йти. Это тоже есть такой момент. Достижение больших целей возможно маленькими шагами. Когда я хотела научиться плавать, или, допустим, выйти на соревнования, или проплыть какую-то дистанцию, я понимала, что 50 метров переплыть, но это нереально. Я стояла в начале дорожки, думала, боже мой, где я и где конец дорожки. Но проплыв метр, два, три, через полгода у меня получилось проплыть 50. И когда я уже стояла на другом конце дорожки, я понимала, что полгода назад я понимала, что это невозможно. И вот я уже здесь. Поэтому большие цели достижимы маленькими шагами. Угу. Я в своей жизни училась второй раз в жизни ходить в осознанном возрасте. И я этому очень сильно благодарна, потому что очень-очень хорошо помню тот момент, когда я тоже хотела обойти вокруг дома. Я понимаю, что я только вышла, у меня уже все болит. Я опускала глаза в пол, я не смотрела вперед, я смотрела на свои ноги, которые делали шаг, шаг, шаг. Ну, он был маленький, да, из-за моего роста. Я поднимала глаза и понимала, что я прошла уже полпути. И вот, вот этот момент очень сильно отпечатался в моей памяти, и какие бы дальше я себе не ставила цели, я всегда говорю себе, опускаем глаза, смотрим на ноги, делаем маленькие шажки и идем. Ось так, ну це може бути взагалі таким принципом для багатьох людей, які можуть вас почути. Чи є вже результати ось тієї групи? Чи вони зробили щось для себе? Перша так, група, першу, да. Яка вже завершила навчання? Так, да, да, у нас дуже великі результати вийшли. Ми не чекали, дело в тому, що коли я набирала ребят, вони у всіх, у них у всіх були определені якісь обстоятельства. Там какие-то конфликты в семье, там вообще не было семьи, там физические какие-то проблемы были со здоровьем, там с коммуникациями были проблемы. И вот самые сложные, я всегда объявляла о том, что мы сделаем прям такой целый конкурс, кто больше себя проявит в проекте, тот в конце получит самый главный приз. И вот я не ожидала, и самые сложные ребята, с которыми и мне было сложнее всего, и они очень тяжело заходили в проект. Я им даже говорила, что все, еще одна ошибка, как бы, и я вас исключу. Они в итоге заняли первые места. Угу. Бросили курить, занялись спортом, стали общаться, коммуникабельные. У нас один мальчик, у него там серьезные проблемы со здоровьем были, они полностью еще не решены. Но очень большие продвижения есть в этом вопросе. Ну, вы сувора вчителька, я так зрозуміла. Можете выключить из проекта, если что-то не так. За что? Это останнє уже питання будет. Ну, вот вообще не выполнялась программа. Угу. Я не успеваю, я не могу, я не успеваю. Не хочет людина, так? Тобто ви дивитесь, да, що не хоче. Я же говорю, что хорошо, не хочешь, на твое место есть 10 желающих. Смотри, если так не успеваешь, давай, пожалуйста. А нет, вот я попробую. Ну давай, последний шанс. Вот еще раз не успеешь, можешь больше не стараться. Ну що ж, тоді останнє вже від вас побажання, можливо, це буде така для інших така затравка, щоб вони знали, як жити, дивлячись на вас, дивлячись на ваш приклад і на ваші принципи в житті. Я б хотіла сказати, що, дорогі друзі, все можливо. Жить так, как вы хотите реально. Все зависит от ваших усилий и от того, сколько вы готовы вложить в это своих сил. Но поверьте мне,
После того, как вы пройдете какие-то для вас сложные моменты, ваша жизнь вознаградит вас новым таким вот шикарным уровнем жизни, который принесет вам очень много положительных эмоций, счастья, радости, здоровья и исполнения ваших любых мечт. Ось так, Ольга Пометун сьогодні була у прес-центрі. Бізнес-леді, спортсменка, мотиваторка, авторка книги «Відкрий себе для життя». І ми надзвичайно раді вас зустрічати у нашому прес-центрі. І я так сподіваюся, що ваша розповідь сьогодні мотивує багатьох людей. Тож залишайтеся з відкритим, не перемикайтесь. До побачення.